никому не нужный блог. Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Мы продолжаем этот марафон бесконечно небритости, нестриженности. Что же мы будем делать сегодня? А познакомимся поближе с одним очень известным вам человеком. Паша Айон. Паша знаменит тем, что он производит музыкальный инструмент хэндпан. Также известный как Хэнк Драм по названию первого этого инструмента, который придумала какая-то голландская баба, женщина, девушка. Это такой прикольный инструмент, который волшебно, магически звучит, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. О производстве я уже делал пару видосов, они где-то тут вылезут. Вот, он очень классный как инструмент, а Паша очень классный как человек. Я снимаю для Паши всякие короткие промо-видео, обзоры на инструменты, и это всегда в разных локациях. И вот сейчас золотая осень, просто невероятная красота. Приедем на Крестовский остров, а точнее в ЦПКО. Я думаю, будет бомбически круто и красиво, и обязательно вам покажу, что у нас получилось. Ну вот мы на крестике, ЦПКО ждет. Фотосессия какая-то. Типа такие. Мы в листьях. Сфоткай нас, типа, мы в листьях. Ой, а сфоткай меня, типа, я в камышах такой. Типа, я вот в камышах, да. А сфоткай, типа, я Шевчук. А сфоткай, типа, я на мосту. Свежайшая информация. Помимо Паши к нам еще присоединится Искандер. Получается, они оба будут рассказывать о себе. Потому что Искандер тоже делает инструменты. Только другие, язычковые, Орион. И вот, ребята давно дружат, у них производство одно общее, вон там вот на старой деревне, буквально через мостик. Сейчас они сюда придут, мы у них все расспросим. На самом деле мы просто будем снимать промо, как всегда. Но на этот раз я покажу вам, как это происходит. Фу-у-у. Вон они, наши парни, вон идут. Никому не нужны блоки. И Kill Radar Хэмпан и Орион круто. Мы рады, что золотая осень даст возможность заснять инструменты высокого качества на сегодня. Вот. Застать последние теплые деньки. Теплые деньки, да. В результате такой дружбы и появляются в том числе такие классные инструменты, как Орион, Драм и Kill Radar. Да, потому что это коллаборация. Мы постоянно подмечаем какие-то новые моменты, которые можно улучшить звучание. Делимся опытом, потом это все применяем к алгоритму производства, и качество постоянно растет, улучшается. Так что это позитивно. Вы все поняли, я надеюсь. Отдельно снимем инструмент. Отдельно снимем инструмент, да. Сейчас этот сняли, и знакомого контрабасиста встретили. У нас пробует сыгрануть. Фоточку совместно. Хайо. Thank you.
Вот они, инструментики лежат, поиграли, записывали. Осталось теперь микрофон найти, вот. Оба! А вот и он. Сейчас надо Пашу сфоткать. Блин, да, все, я же снимаю. Да, вот так проходят съемки промиков. Вот с Пашей Скандером. И всегда это очень весело, хорошо. Всегда в конце есть какая-то вкусная конфетка сектантская. Попить чаю с ебиганкой. Чай. Блин, я опять стал фиолетовым. Вот, ребят, смотрите, что делается. Вот. Картинка фиолетовая. Солнышко, это просто баланс белого. Вот, за время съемки, 30 минут, подошло человек. Ну, короче, много людей приходило просто послушать, а много подошло, взяло визитки. Вот так вот это называется сарафанное радио. Распространяется лучше всего любая информация. В том числе и никому не нужный блог, ребята. Вы знаете, о чем? Никому не нужный блог. Пышки. Это по вегану? Пышки – это иногда по вегану. Если это веганские пышки в веганском кафе. А все, которые не в веганском кафе, возможно, и не веганские пышки. Но они же в масло макают. Ну, так там получается сам состав пышек, если он мука и вода простой с сахаром, тогда не веганские. Да. See you, good luck. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал YouTube. До новых встреч. Чао. Счастливо. Пока-пока. Пока, ребят. И казалось бы, вот оно, сейчас пора все снимать, но мы уже все сняли, идем домой. Так, ну что, пока-пока.